Ну все, сейчас засвистит. Ёшкин кот. Сейчас засвистит, ёкарный бабай. Сейчас я выключу. Сейчас выключу. Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома белой акации, гроздья душистые, а ночь напролет нас сводили с ума белой. Акации, гроздья душистые. Всем привет, ребята, всем добрый вечер. Привет, привет, спасибо за первые 3 лайка. Спасибо, thank you very much. Thank you very much, Dankeschön. Grazie, signore, signorite. Дякую. Аж підскакую. Привет-привет всем гостям, привет! И Сергею Владимировичу привет! Приветствую топ-модератора, топ-чатера, топ-донатора, топ-стримера моего канала Сергея Владимировича. Добрый вечер, как дела, как настроение, как поужинали, что купили сегодня в магазине на ужин, что вкусненького у вас было, что приготовили, мяска, пельмешки домашние, котлетки домашние, и чешо. Ну-ка. Расскажите, поделитесь, пожалуйста. Будьте любезны. Что же интересно вы сегодня ели? А потом пойдем ко мне на кухню. Вы узнаете, из чего же будет состоять. Из чего же сделаны эти копилки. И узнаем потом, из чего будет состоять ужин мой. Хорошо? Из чего же сделаны наши мальчишки? Из картошки, из селедки. О, яичница с колбасой. Ну, это классика, классика жанра. Это тоже, да, как вариант, круто. У меня сегодня будет зельц с хреновухой, как это сказать. Нет, не с хреновухой, а с хреновиной. С хреновиной будет зельц. А на горячее? А угадайте, что будет на горячее? Что же будет на горячее? Яичница, колбасу и все. А чай, кофе, молоко? Колбасу это вкусно. А чай с чем? А бутерброды? А что к чаю? А что же у нас к чаю, ребята? Ну не иначе, как бутерброды. Тоже с колбасой, наверное, может сыром. А может... Ты чай. А, ну да, я чай. Нет, я имею в виду гарнир у меня. Я не просто зельц буду, а буду... Кроме зельца. Ух ты, еще и винегрет, боже. А с чаем что? А вы с чаем, с чем бутерброды? С чем же бутерброды будут? У меня, наверное, с сыром. Сейчас уже настройки все сделал. Всем привет, 4 зрителя, 3 лайка. Кто-то один лайк не поставил, кто-то не влепил, кто-то зажал один лайк, ребятушки.
Товарищи, дорогие, вы смотрели вчера, кстати? Так, 3 лайка. Ну ладно, кто-то упорно не хочет ставить. Ну, упорно не хочет ставить лайк. Сейчас пойдем на кухню тогда. Может там. Боже, а что ж меня не это там не фурычит-то? У меня же тут-то не фурычит, все, надо нажать что-то. Я ли на свете всех милее, всех румяне и белее, вы слышали? Не жалейте, не жалейте. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблони дым. Ожидания золотом охвачены. Я сегодня буду молодым. Так, надо чай заварить, чай заварить, чай. Ребята, вы смотрели вчера «Песня Рыцарь» по моей рекомендации? Я так вчера с таким удовольствием просто, с таким удовольствием посмотрел этот шикарный фильм. Просто шикарный. Про Малявина. Я-то думал, он белорус. Вы представляете? Ну, хотя и шучу я, обманул я вас. Я знал, что у нас Свердловский парень. Парень-то Свердловский, Малявин. Вот. Но ансамбль белорусский. А сам Малявин на Свердловской, чтобы вы понимали. Это с Урала. Это сейчас город называется Екатеринбург. Представляете? А Малявин... Народный артист Белорусской ССР и ансамбль его тоже из Белоруссии. Из Белоруссии. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туманы. Песни партизан, алая заря, молодость моя, Белоруссия. Тарелочка, вы думаете, для чего она? Правильно, для Зельца. Для Зельца так-то тарелочка-то у нас. А Зельц-то у нас где? А Зельц-то у нас в холодильнике лежит. Надо еще пойти за ним, пройти туда. Пройдусь по абрикосовой, сверну виноградную. И на тенистой улице я постою в тени. И горчицу надо, и горчицу. И горчицу, из линеек горчица Махеев сделана наша горчица. Из чего же сделаны наши колбаски. Из линеек. Так, сейчас поглядите, мне без ножа не обойтись. Но из колопушек, из вертушек, из линеек, из батареек сделаны наши колбаски. Вот он Зельц, кусочек отхватил Зельца в белорусском магазине. Что-то у меня все на это самое, на Белоруссию, тянет меня туда прям. В эту Белоруссию. Просто, ой, чищу. Чищу шкурку. Из линеек, из батареек сделаны наши колбаски. На-на-на-на-най. Из чего же. Я не знаю, можно есть вот эту шкуру, но я вот эту шкурятину не люблю. Она какая-то очень подозрительная. Может, она натуральная? Я не знаю, может, она и натуральная. А может, она искусственная, из какой-нибудь искусственной пленки. Я же не знаю. Вот. Поэтому я ее убираю, удаляю. А Зельц, боже, посмотрите, какой... Ну, белорусский же, белорусский Зельц-то. Эва, какие кусманчики-то. Ой-ой-ой-ой-ой, а запах, боже мой, а запах, а вкус. Ладно запах, а вкус какой. Вкус какой, безумный.
Боже мой. Это спрячу. Надо. Что, мой котик? Что, котик? Что, котенок задумался? Жизнь червую землю. Сделано наше. Сделано наше. Ну что, с горчичкой?